Актер театра и кино пролил свет на личную жизнь. 4 года назад Сергей Астахов разошелся с Еленой Коряковой, что спровоцировало бурные обсуждения поклонников звездной пары. Многие из них выдвигали свои версии, почему артисты решили поставить точку в отношениях. 48-летний Сергей Астахов не относится к числу тех, кто охотно делится подробностями личной жизни. Насчет артиста громкий роман с Еленой Коряковой. Знаменитости расстались в 2013 году. Вскоре после того, как мужчина разошелся с возлюбленной, его уличили в езде в нетрезвом состоянии, а известная блондинка, по слухам, крайне тяжело переживала завершение отношений с коллегой и заглушала боль спиртными напитками. Так ли это? Поклонникам звезд остается только догадываться. Недавно Сергей дал откровенное интервью журналистам, в котором пролил свет на личную жизнь. По мнению Астахова, Корякова – замечательная женщина, которая готова на все ради второй половинки. Артист крайне положительно отзывается об экс-возлюбленной. В ходе беседы с журналистами мужчина также поведал о причинах, по которым он разошелся с коллегой по цеху. Сейчас сердце Сергея Астахова занято. Вот уже длительное время мужчина встречается с учительницей начальных классов Викторией Савкеевой. Избранница мужчины младше его на 16 лет, однако влюбленным не мешает разница в возрасте. Астахов говорит, что вторая половинка во всем его поддерживает. По признанию Астахова, они с возлюбленной часто путешествуют. Актер обожает ходить в походы и любит забираться туда, куда не ступала нога человека. «Знаю каждый альпийский перевал, каждое озеро», — говорит он. Сейчас Сергей и Виктория занимаются обустройством квартиры. Пара мечтает, как наконец-то поселиться в отремонтированном жилье вместе с домашним питомцем очаровательной кошкой по кличке Кемпински, которую Астахов подобрал на съемках сериала НТВ «Под напряжением».